Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить имитацию и бакоплава, и ручейника. То есть мы будем изготавливать нимфу, которая будет собирательный образ. Я взял крючок Grub Shrimp номер 12, так как для определенной рыбалки. И прокатав немножечко свинец, изготовил вот такой формы огрузку. Нам необходимо будут определенные материалы, ну, без которых, в принципе, это нельзя обойтись, но их можно будет заменить. Закрепим нить. Нить я беру приблизительно 3,0, которая достаточно плотная, и в то же время она хорошая ровница. Не выравниваем, не подравниваем, подводим к самому загибу. Ставим крючок в удобное для нас положение. Нам понадобится теперь один из материалов, который имеется у фирмы Hens. Это вот такая, подведу поближе, пленочка, которая красного оттенка. Значит, у нее светоотражающий, будем говорить так, эффект очень хороший, но в то же время не сильно вызывающий. Учитывая то, что красных бокоплавов не бывает, мы будем изготавливать с вами нимфочку, которая является как бы своего рода провокатором, который будет нашу рыбу провоцировать к поклевке. Закрепили пленку, оставили ее здесь, я не отрезаю. И теперь совсем немножечко нанесем клей. И с вами окончательно теперь промотаем. Теперь нам понадобится вот такой флуоресцентный даббинг. Желательно, чтобы он был или желтого, или оранжевого. В крайнем случае можно будет красного. Совсем щепотку сильно много нам не надо, потому что мы должны с вами изготовить небольшой шарик. Это обозначит самочку бокоплава, которая готова уже откладывать яйца. Рыба, как я уже говорил, достаточно хорошо реагирует на всевозможные вот такие мелочи. Поэтому дополнительно мы сделаем привлекательность нашей нимфе. До первого касания. И теперь подкрутим наш даббинг. Помогаем ноготком. И сформируем шарик. Годится, нить уводим. Здесь для того, чтобы не было, как я уже неоднократно рассказывал, показывал, комков при сегментировании тела, я буду крепить вот такую вот леску. Крепим ее там, где мы закончили формировать шарик. Также оставляем ее здесь. Тело изготавливать мы будем несколько с другой ниткой, более тонкой. И теперь уже окончательно возвращаемся и слегка придадим форму нашему телу. Мы с вами подровняли тело, и я поставил другую нить фирмы Hens серого цвета. Опять установим крючок в удобное для себя положение. Нам понадобится с вами для тела вот такого оттенка светло-светло-серого цвета. Желательно подбирать так, чтобы у нас была как можно меньше ворса, тоньше. Учитывая то, что мы не будем потом с вами ни лапок начесывать, ничего, нам необходимо будет, чтобы тело было ровненькое, коническое, без больших таких выступов. Делаем тоненькую даббинговую нить, учитывая то, что у нас уже с вами сформировано тело, мы придали ему форму.
сантиметров 8-10 изготавливаем нить и начинаем теперь изготавливать тело. Вот мы с вами изготовили вот такое тело серого цвета. Пока никакие волоски мы не подрезаем, не убираем, ничего. Теперь нам с вами необходимо будет взять нашу пленочку, которую мы подготовили, и аккуратно накрыть сверху наше тело. Следим за тем, чтобы пленочка ложилась ровненько. В моем варианте пленка полимерная не сильно тянется, поэтому мы ее будем и не сильно вот так с вами растягивать, потому что она имеет особенность порваться в самый неподходящий момент. Слегка натянули, подровняли, не отрезаем. И теперь нам с вами необходимо аккуратненько закрепить это все леской. Мы с вами, как вот будет заметно, просегментировали вот так тело, закрепили леску, не отрезали пленочку, а я ее вот так переломил, она у нас будет использоваться в качестве чехлика, грудки. Теперь нам понадобится даббинг несколько темнее. Я буду использовать вот такого, близкий к болотному цвету. Можно использовать черный, но желательно такой ближе к коричневому цвету. Значит, что касается лапок. Лапки мы можем здесь изготовить уже пером. Подобрать, допустим, перышко, как я неоднократно изготавливал, по величине, а потом подрезать. Но учитывая то, что я изготавливаю повседневную такую нимфу, которая будет работать в жестких условиях, я ее изготавливаю, чтобы вы могли повторить из того даббинга, который есть. Если у вас имеется, допустим, шапка, андатра или еще какое-либо наше животное, то можно спокойненько начесать с нее немного подшерстка, тоже будет годиться для нашей грудки. То есть, да, все домашние животные принимают участие в изготовлении наших нимф. Значит, грудка должна по себе быть несколько больше, так, чтобы она у нас выделялась. Но не настолько больше, вот как вы видите здесь по объему, чтобы это выглядело наляпистым. Вот такой величины, как я уже говорил, грудки нам вполне достаточно. Я поменял нить на темную, так как головку будем изготавливать темным цветом. И как обычно, следим за тем, потому что наша пленка эта плохо тянется, но хорошо рвется. Чтобы не было у нас бугорков на нашей грудке, чехлике, промотали один не слабо, потом сильнее, сильнее, сильнее. Ну, теперь сделаем завершающий узел и окультурим нашу нимфочку. Вот, друзья мои, мы закрепили материал. Ничего больше, кроме как подкрасил я саму переднюю часть грудки и голова, капнул капельку лака на завершающий узел. И вот такая наша нимфочка, которая относится к разряду тоже чешских нимф, готова к работе. Пробуйте с разными оттенками. Довольно-таки уловистый круглый вот. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!